Так, всем добрый день. Снимаю ГД сегодня. Решил снять ГД немножко, так как сегодня без эфира. Работы много было. Сегодня четверг. Четверг. Да. Решил запечатать влог. Влога. На ГДЧ погуляем. Поснимаю и поеду домой. Устал все вещи. Руки болят. Кисти болят от перенапряжения. Как бы. И еще постоянно убивать, убивать данные какие-то там. Все на свете очень. Я сказал, ну не очень привычная работа для меня. С одной стороны. С другой стороны. Как бы. Я сбивал раньше, вот, ну, когда у меня есть работы толком не было, мне пришлось сбивать вот это вот все. У нас тут. Мне пришлось сбивать. Так. Другой работы у меня не было. Опа, дождик пошел. Да, ребят. Ну, в принципе, GoPro ничего не будет. А вот мне, конечно, это не радует. Ну, мы сейчас спрячемся немного. Вон два поезда. Круто. А все попали. Прям шикарно. Два поезда каких-то. Сейчас я посмотрим, что такое поезда. И я поеду в отпуск. Сейчас посмотрим, что это такое. Это ужас прям. А для Санкт-Петербург. А, вот питерский поезд. Да, а для Санкт-Петербург. Поехал на Адлер, но я вон там поехал. Довольно большой состав. Для Санкт-Петербург. В Питер ехал бы. Это, наверное, наоборот. Санкт-Петербург. Тут был Санкт-Петербург Адлер, а это Адлер Санкт-Петербург, наверное, скорее всего, поезд. Ну, заодно посмотрите, как это берется. Ну, будем тестировать вот такие вот влоги. Небольшие, конечно же. Чтобы понять. А, кстати, ребят, я вам не сказал, что у меня новая камера. Вот.
Ну, догадайтесь сами, какая по видео будет понятно. Вот. Кто еще не догадается, напишите мне, я вам скажу точно. А это адрес Амстербург. На Питер поехал. Сейчас стал не очень большой, кстати. 14 вагонов. Тот сейчас стал был немножко, мне кажется, мод одинаковый. И с ним. На Питер поехал, в принципе. Все, сейчас он отправляется. Ну, мы как раз вовремя подошли. Вон там какая-то туча прям. Двести шестнадцатый номер. Поезд. Да, Адлер Санкт-Петербург. Адлер уже едет. Отдохнувшие люди. Ну а я еще скоро тоже поеду. Уважаемые пассажиры, при нахождении на территории железнодорожного вокзала... Ой, дождь пошел. Какой дождь пошел. Не допускается стоять близко к краю платформы, бежать рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. Не страшен дождь, камень не страшен, в принципе. Иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющие... Заодно скажите, есть разница между той камерой старой и новой камерой? О, блин, ну и дождь пошел. Да. Надо скорее уходить. А то я так до ниточки прям промокну. Капец вообще, ребят. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 215. Сообщением Адлер Санкт-Петербург отправляется с 12-го пути платформа номер 1. Скорый поезд номер 215. Сообщением Адлер Санкт-Петербург отправляется с 12-го пути платформа номер 1. Будьте внимательны и осторожны. Протерли? Все, он поехал на Адлер, то есть на Питер. Блин, настигает дождь, ну, как раз не вовремя для съемок. Поехал на Питер. Питеру огромный привет. Сейчас стал 15 вагонов пройти. Да, 15 вагонов. Сейчас стал. А там грузовой поехал. Уехал с ним. Ну, грузовой летит в основном часто. Так что сегодня у нас погодка вообще не радует. Да, осталось чуть-чуть не поработать. И все. Я в отпуск. Как я этого долго ждал, ребят. Отпуска. У меня уже и руки, и ноги болят сидеть и стоять. Ну, понятное дело, что не с привычки, конечно, будет все болеть. И руки, и ноги там. И все на свете.
Да, погода, конечно, не радует, но все. Ну, мы сейчас пройдемся чуть еще. И на этом я решаю начать. Ты не ищешь, так, а видео, влог, привычка уже эфир проводить. Ну, сегодня я не могу, как бы, устал. Весь уставший, работы много. Это будет видео 15:00 по московскому времени, то есть его уже будет смотреть. Вот так, то такие вот дела. Сейчас вот я вижу вещи домой, потом опять на работу, потом где-то, наверное, буду до 6 работать сегодня вот. Капец вообще. Ну, перед отпуском. Это всегда так, потому что не знаю, вот, кто как работал. У кого, смотрите, какая работа, ребят, напишите. Вас перед отпуском загружали прям или нет, напишите, если кто-то работал. И как ваши ощущения вообще? Ну, мы сейчас немножко присядем, хорошо тут есть вот такие вот скамейки. Сделали более-менее нормально, там можно от дождя спрятаться. И не промокает, по-моему. Да нет, мокрый немножко. Явно промокает вот это вот. А вон оттуда она течет. Всем привет. И вот такие вот. Сегодня влог такой вот. Но мы пару фотографий на GoPro делаем. И заодно расчините, как вам фото и видео на новой камере. Нахи. Так, нам продолжаем. Идем на остановку. Сейчас немножко пройдем. Да, сейчас дождик прикатился, вот такие лужи. Так, вроде бы это как он чистый. То есть нету. Заодно скажете, как. И такие кустики у нас. Класс. Лето, лето и все, лето. Вон, грузовой состав поехал уже. Дальше туда. На Питер, на Москву. Ну, либо куда-то другое место. Либо на Беларусь поехал. Ну, в ту сторону Брянск, Орел. Как бы и на Москву, и на Питер. И даже на Орежан даже можно проехать. Через Липецк. У нас тут парковка. Бесплатная, там платная. И все. На вокзале никого нет практически. Одни грузовые составы и все больше. Больше ничего нет. Ну а мы идем на остановочку. Сегодня у нас тепло, плюс 25 где-то, по ощущениям. А мы даже холоднее чуть-чуть. Но все равно, погода супер.
зарядных карточек, как вам? По картинке. Видео, стабилизация и так далее. Просто у нас пришел один донат. Как бы. Вот вчера. Это в среду. Вот так то. Дмитрий Валерий К. перевел вам почти 3000 рублей. Да. Прям донат, конечно, зажигает. И просто написал «Из Москвы от души». Спасибо, Дмитрий Валерьевич. От души. Просто буду искренне вас благодарить за донат. Спасибо большое за донат. И я не думаю и не гадаю, купил камеру новую. Вот так все. А какая камера? Ну вы сам прекрасно знаете, какая. Так что всем пока-пока. С вами был Евгений, и до новых встреч. До следующих видео. Всем удачи. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока. Так. Всем пока-пока.